2022 год является очень успешным с точки зрения развития дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией. Связи между двумя республиками укрепляются во всех сферах, в том числе и в военной. Об этом говорилось в ходе встречи президента Ильхама Алиева с делегацией во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. На встрече было отмечено большое значение проводимых в настоящее время в Азербайджане совместных азербайджано-турецких военных учений и подчеркнуто, что Азербайджан и Турция и впредь всегда будут рядом друг с другом, отметив, что визит в Азербайджан состоялся в канун Дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. Хулуси Акар еще раз подчеркнул, что в Турции всегда с глубоким уважением чтят память великого лидера. В ходе беседы была особо отмечена роль регулярных встреч президентов Азербайджана и Турции в развитии отношений между двумя странами, и с удовлетворением подчеркнуто, что сотрудничество в военной сфере, как и в других областях, успешно продолжается на основе решений, принятых главами двух государств. Также была выражена уверенность в том, что визит Хулуси Акара в Азербайджан будет способствовать расширению связей.